прямое влияние на детей ты имеешь где-то до 14, до 16 лет. Это нормально. То есть на уровне энергии, если рассматривать, 14-16 лет – это тот возраст, до которого человек остается в поле родителей своих. В 16 лет он отрывается. Из-за этого переходный возраст, вот период переходного возраста, он связан на уровне энергии с тем, что человек отрывается от матери, от отца, и родители уже не контролируют и не знают, что с ним там в школе происходит, потому что он уже не говорит. У него есть свои секреты, у него там девочки, там этот... И у мамы происходит в этот момент истерика. И родители в этот момент все больше и больше хотят контролировать, а ребенок выходит все больше и больше из-под контроля. Начинаются какие-то дискотеки, там какие-то посиделки. И нам бы хотелось, конечно, присутствовать и наблюдать, что с ними там происходит. Но в этот момент мать особенно должна отпустить. И вот в этот момент происходит зрелость человека. Потому что очень часто происходит так, что 40 лет там мужчине или женщине, а у них до сих пор вот эта связь энергетическая с матерью. И это самые несчастные люди. Это несчастные люди. И в основном они либо не реализованы, либо они, знаешь, они спиваются элементарно. Поэтому очень важно отпускать вовремя. Те родители, которые недолюбили и сейчас каются, да, но никто тебе же не мешает сейчас любить своего ребенка. Ты его отпусти, и просто вот ты каждое утро или каждый день, каждую минуту ты думаешь, что ты его любишь. И этого достаточно. И ребенок будет каждый раз чувствовать поддержку родителей, и вот даже на расстоянии. Это поразительно, но мы очень... У человека есть очень много таких качеств, которыми мы вот не пользуемся. Вот мы можем чувствовать друг друга на расстоянии, мы можем... друг друга поддерживать на расстоянии, это очень здорово. Это и не из-за того, что у нас там скайп есть, а мы можем просто думать о человеке, и ему будет хорошо в этот момент.